В кабину, когда заходишь, всегда с ним здороваешься, погладишь его. Потому что, ну, это же машина, он имеет свою душу. Так нежно летчик Александр Иванович Ковалев общается с трехтонной крылатой птицей. Уже 40 лет пилот служит небу. К нему тянуло с детства, хотя родители пророчили сыну другую судьбу. Мама вообще хотела, говорит, хирург – самая хорошая профессия. Ума сошла, хирург, резать, кромсать. Поэтому я говорю, нет, только в летчике. Это влияние военных фильмов. Вот. Ну, мы дети тех времен, когда все шли в авиацию, в космос хотели. Вот. Кто-то на морфлот. Вот. Я вот тоже 3 года отслужил. Вроде и туда охота, и сюда. Но авиация больше победила. После службы Александр Ковалев поступил в Калужское авиационное училище. После стал летчиком-инструктором в Алтайском аэроклубе. Свой первый полет совершил в 80-м году на самолете Як-12. Сегодня в авиакопилке Александра Ивановича свыше 6000 часов, проведенных в небе. А есть какие-то приметы у летчиков? Фотографироваться нельзя. Да, нельзя, потому что, ну, вроде как сфотографировался и последний снимок. У нас и слова «последний»-то нет. Крайний вылет, крайний полет. Снимки перед взлетом запрещены. Видеосъемка позволительна. После интервью летчик садится за штурвал, за ним группа новичков-парашютистов. Сильное волнение, страх, но тяга к небу все равно непреодолима. Страшно. Он хотел прыгать, его папа заставил. Да, боимся. Шмяк. Сейчас в аэроклубе всего 2 летающих самолета, а всего их на аэродроме около 30. Но большая часть крылатых машин – экспонаты музея под открытым небом. Самолет отремонтировали его, дают 500 часов, 500-600. Вот он, тот самолет, который погоним, он весь исправный, все хорошее, но у него подошел 495 часов. Все, летать нельзя на нем, он весь исправный, все хорошее, там все работает, а летать нельзя. Надо снова в капитальный ремонт. Ремонт одного самолета обходится в 6 миллионов рублей. Таких денег у аэроклуба просто нет. В советские времена самолеты на крыло ставили быстро. Ремонт финансировал федеральный центр. Теперь же субсидии минимальные. От того своего второго дня рождения каждая из этих птичек ждет не меньше 5 лет. Валентина Аскерова, София Ценко. День с толком.